Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья, и у нас тут Meizu Pro 7 удивит полным отсутствием рамок вокруг дисплея. В конце октября компания Xiaomi удивила мир, представив смартфон Mi Mix, у которого практически полностью отсутствуют боковые и верхние рамки дисплея. Вслед за этим появились слухи, что Meizu и Huawei готовы показать еще более необычные смартфоны, у которых дисплей и вовсе будет занимать почти 100% всей площади фронтальной панели. Теперь же стало известно, что безрамочным смартфоном от Meizu станет Pro 7, который представят уже 24 декабря этого года. Помимо этого, в сеть попали презентационные материалы. Если эти инсайды не являются подделкой, то Meizu Pro 7 станет тем смартфоном, который еще недавно мы могли видеть лишь в фантастических фильмах. У него вообще нет рамок вокруг экрана по всему периметру. Сканер отпечатка пальцев встроен непосредственно в дисплей, а фронтальная камера, так как спереди ей места не нашлось, будет выдвижной. О технических характеристиках Meizu Pro 7 известно не так много. Это 5,6-дюймовый Super AMOLED дисплей, имеющий необычное разрешение 2160 на 1080 пикселей с соотношением сторон 2:1. Толщина смартфона составляет всего 6,5 мм. Технология быстрой зарядки M-Charge 4.0, которая позволит зарядить смартфон от 0 до 100% всего за 40 минут, что может стать новым рекордом на рынке. Аппарат будет доступен только с 6 гигабайтами оперативной памяти, а вот объем накопителя может отличаться 64 или 128 гигабайт. Стоимость Meizu Pro 7 будет составлять $395 и $455 в зависимости от объема накопителя. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.